мы впервые в этом году Красноярский край получил субсидию на 2 ФАКОТа. Слово такое запомните, ФАКОТ. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. ФАКОТ. Мы их сейчас реализуем в городе Красноярске, на территории нашей краевой спортивной школы, в военном городке, в старом Зеленой Роще, и в городе Железногорске. Что такое ФАКОТ? Это искусственный газон, поле 30 на 60 футбольное, это беговая дорожка вокруг него, это баскетбольно-волейбольная площадка, но поменьше, чем это, там 25 на 12, это тренажеры для занятий, ну, силовые упражнения, это трибуна. Мы получаем 20 миллионов рублей на это из федерального бюджета, и мы даем, ну, при поддержке Минфина, доводим до, в частности, до Железногорска, довели до нашей краевой спортивной школы средства на подготовку основания. Основание, монтаж. Примерно это 13 до 19 миллионов. И такая программа мы в спорте Российской Федерации несколько недель назад. Будет она продолжаться. Причем это, хоть мы в выборном процессе, там вы сами смотрите, это реально инициатива депутатов Единой России. Между вторым и третьим чтением федерального бюджета добавляются, или там между первым и вторым чтением добавляются деньги, выделяются деньги на это мероприятие. 2 миллиарда было выделено на 2021 год из федерального бюджета. На 100 ФАКОТов 2 из них пришли в Красноярский край. В следующем году, по информации с Минспорта, предварительно уже будет не 2, а 3 миллиарда. Мы подали заявку по партийной линии на 5 ФАКОТов в Красноярском крае. Один из них — Хачинский район, село Малиновка. Вот, поэтому, если все у нас, как говорится, будет хорошо, и Красноярский край получит энное количество ФАКОТов на 2022 год, то Хачинский район у нас один из тех 5, на который мы подали заявку.